Ну что, всем привет, добро пожаловать на новую серию по столкачу. Вот, смотрю, заждались вы уже ее. Вот. Что, давайте продолжим. Что у нас там было? Надо вспомнить. Па-па-пам! Па-па-пам! Страйкер. Ой, это, по-моему, этот БТРич надо уничтожать, да? Видите, тяжелая бронетехника, которая должна помочь тебе взять под контроль ситуацию в зоне. Однако контроль и свободная зона плохо сочетаются друг с другом. Поэтому стоит помочь Лукашу избавиться от этой тяжелой головной боли. Да, вижу, занята. А у меня есть чем уничтожать эту тяжелую технику? Вот у меня есть заряд, самодельное взрывное устройство, химическое. Блин, ну давай попробуем. Это опусти, мужик. Я не знаю, как мне тут выйдет с первой попытки или с первой. Не думаю, что с первой. И вообще музыку надо потише опять сделать. Кто орёт? Давай посмотрим. У меня бинокля нету никакого, да? Слушай, а я бы сначала посмотрел бы, может, какого Сидоровича или кого. Может, есть прицепчик интересный. Как думаете, на плашечку пикатини там какой-нибудь четырехпятный? Вот это было бы неплохо. Я вообще такого дела не отказался бы, если честно. Поснимать там сдалека этих военных. Кстати, патронов что там, сколько? Ну, такое. А денег 17 тысяч. Ну, тоже такое. Как дела? Да, привет. Так, что интересует? Прицелы есть вообще нормальные, адекватные, блин. Там бинокль вижу. Пам-пам-пам. А еще, кстати, это, слышите, меня попросили тут проверить аномалии. Так что, может быть, давайте попробуем. Возьму стандартный детектор отклик. Сколько он стоит? 3000. Пофиг, давай, короче, детектор отклик. О, кстати, вот скопы есть. Прицел сусад. Сусадит. Четырехкратник. Давай, тоже возьму. 22 тысячи. Чего? 22 тысячи. А что, блядь, я такого мог бы отдать? Братан, слушай, я даже не знаю, что я могу тебе сдать такого. Мне все нужно, его гранату держи. Один патрон. Стилет я не отдам. Нашивки дорого берешь, недорого. Но они, блядь, мне по квесту там нужны, квестовые. Наемников, вот сигареток немножко забери, столько мне не надо. Наверное. Вот нашивки монолита. 19 тысяч. Хоть 18. Короче, давайте так. Сейчас скажу местную аномалию, короче, проверю своим детектором-откликом. Медведем, то есть, извиняюсь. Наличие артефактов. На деревне новичков иду сюда. Мясорубку, короче. Самую начальную, как говорится. Аномалию, самую близкую. Ну и проверю, собственно говоря. Давай-ка этот болт возьму. Так, ну, сдалека, ну, вроде, конечно, вроде не видит там ничего такого. Давай с другой стороны, может, зайду. А во что я уперся? Ни во что. Ай-яй-яй. Ну пофиг, отгружусь. Если чё. А, давай бинт. Чё, по хпшке? Еще есть хпшка. Так, ну в этой аномалии он что-то не видит ничего. Ладно, давай последний сейф.
Ну а чё, проверочная аномалия. Чтоб не отгрузиться. Так, и опять музыка эта. Всё орёт. Давай скажу пока по дороге куда. А тут уж каких-то ближайших аномалий я прям не то чтобы знаю. Здесь, по-моему, что-то должно было быть. Ой-ой-ой-ой. Тут вроде аномальное поле должно быть. Слушайте, нам же этот контейнер вроде в бак тащить, да? Найти тайник. Это для кого он? Для Сидоровича, что ли, был? Ой, не для Сидоровича, а для Бармена. Ну, короче, нам в сторону бара надо будет, и по дороге в бар мы проверим, да? Я думаю, так и будет. Пока попробую, схожу повоюю с военными, одену четырехкратник, использовать, и хули ты не одеваешь, Л-85, а тебе под винтовку Л-85, а ты что, не под планку Пикатинни, что ли, идешь? Ох, мама, мама. Ну чё, блядь, я слил очень большую сумму денег. Я не хочу так, блин. Я, в принципе, проверил аномалию, как и просили в комментариях. Давай опять же звук потише сделаю. Ну чё бросить таращиться, блин? Как мне военных выхлёстывать, мне лучше скажи. Тут ещё и ветушка эта нарисовалась. Там вот техника эта их стоит. Я даже не... Ой-ой-ой-ой-ой. И собака всё-таки цепанула. Драгоценные патроны сейчас сливаю просто на кабана, блин. Который, блин, сдох, походу, в аномалии. Ладно, ППшка регенится, я не знаю. Но... Ну давай, ладно, попробую. Мне, наверное, лучше слева как-то обходить это дело. Военных этих. Чтобы к ним там сразу запрыгнуть на кордон. Через поваленное дерево. Ну, звучит как план, да? Это там стоит чувак? Походу. Так, 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 так. Давай через поваленное дерево. Это одиночка. Типа меня что, запалили? Я сюда вот прошел и все. И пипец. Да, меня запалили. Так, мне по-хорошему до Бетерича добраться. С военными особо связаться желания нету. Ай-я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 й. Блин, хотел просто скарсу подобрать, влез в аномалию в результате. Давай последний сейф, я не знаю, я надеюсь, может сейчас не запалят. Кто меня вообще запалил, блин? Кто меня там увидел? Опять эта музыка. Ва-ва-ва, забываю там.
Не, конечно, как вариант можно было ночью идти. Так, сейчас посмотрим, пересеку, они опять запалят. А меня, наверное, слышите, запалили. Стопудово. Земля, воздух, где подкрепление. Ну вот, опять началось, да? Это уже по мне БТР стреляет. Это уже, блядь, БТР. Ты можешь так просто не подобраться. К нему уже, блин, так просто не подберешься. Печально, блин. А что там раньше там стоял, блин, не стрелял по мне. Короче, что-то, блин, сломано в этой игре. С военными. Связано с этим вертолетом, блин, который там летает. Ну, видите, раньше он по мне огонь, короче, я открывал. А сейчас я не знаю, блядь, что мне с ним делать. РПГ реально, что ли, где-то искать или что? Или так тебя сбивать? Ну, аж не собью тебя так, правильно? Просто хочу патрона. Не, конечно, есть вариант пробраться вовнутрь там. Блин, ну что-то вообще жестко как-то. Ну это все, это вот вертолет по мне гасит. Нам, короче, вовнутрь в эти в казарму прорываться. Блять. Блин, зараза, я попал. Там БТР стоит, блядь, не обижишь. Тут аномалия. Дай по-быстрому, ну как вот. Так, вот так. Так, сейф. Блин, а патронов срал много на вертолет. Там было, по сути, бесполезные растраты. Так. Но внутри же никого нету, да? Ну чё, надо отсюда как-то работать. Так, минус один. Механика убил, военного механика. Откуда вы идете? Подожди. Сюда что ли? Нет. Вон они где. Минус один. Так, я сейчас просто патроны всираю, да? Которых немного у меня остается. Так, один где-то там, по-моему, за забором трется. Давай, короче, я в это здание прорываюсь сейчас. Беру с этого ствол. Так, отлично, аптечку подобрал. Живем. Бинт. А, так, братан, мне нужен себе ствол какой-нибудь. У тебя нету, да? Ты вообще бедный. Да, он бедный, блядь. У него стволов нету. Там БТР стоит, я боюсь так лезть. Кто там? Грозный, блядь, такой. Чё, не ждал такого, да? Пылястый с ножа. А, так, так, так. А где Москва? Москва мой у него был.
Ты что, блядь, там не сломал, нет? Не, не сломал, блядь. А, патроны, патроны твои. Так, пофиг, ладно, разберусь потом. Давай, сейф. Ладно, пока они там матерятся, давай выбросить. Здоровье есть, костюм живой пока. Вот этот, который орёт, получи скотина, да? Давай винталь, я не знаю. Выброшу, пофиг. Вот снайперская винтовка. Блин, кто там еще это тусит? Так, ну что, я всех зачистил? Я надеюсь, что всех. Что это? Шлем, пофиг, подойдет. Пистолет на продажу. Что за винтовку снайперскую я подобрал? Ремингтон. Ну давай попробуем Ремингтон. О, а приблизить можно. Ну что-то, кстати, такой. О, нет, слушай, нормальный зум. Так, ладно, у нас осталась еще одна задача. Нам нужно что-то придумать с БТРом. Что-то надо придумать с БТРом. Блять. С вертолета, блин, что-то придумать надо. Давай калашников свой, я не знаю. Я быстро в здание. По хпшке, хпшка тает на глазах. Давай не, ну оно хилит, оно хилит. Давай я починю быстро, я не знаю, костюм свой. Состояние 77, ниже 90, а ты у нас ниже 70. Давай тебя, давай, нашивка монолита идет в бой. Отлично. Сколько процентов? 83. Опять же, 90, да? Вот и у нас 85. Тоже не подойдет. Ладно, автоматыч наш. 92. Это вот, наверное, как раз, да? 90, да? Так вот. Опять же, ошибка монолита. Так, у нас перегруз, блин. Ну, патроны у нас повоевать пока есть, да? Вот калашников есть. Я пока калашников возьму. Так, нормально, нормально. Давай сейф, пойду на второй этаж. Ты, блядь, кто? Ты военный, блядь? Да, это военный был. Это Борисыч, короче, я не знаю, ему вообще на все пофигу. Так, а что у меня там такого прям перевесного? Патроны эти макаровские. Да. И Женькова, блин, РПГ заряда не лежит. Нет, это не про этот мод, короче. Ой, давай сейф. Попробую пробраться к БТРу, я не знаю, что у меня получится. Ты ж не будешь по мне стрелять? Вроде не хочет стрелять по мне. Блин, я опять перегруз, перевес. А чего бы избавиться? Ну давай, пофиг, пистолет. Давай покушай, вон, попей.
Кстати, может, набор инструментов. Не хочу, оно тяжелое все. Патроны вон старые, давай выброшу. Все. Что по весу? 56 килограмм. Ну, от 53. Так, мне ж конкретно тебе надо первую уничтожить. Последнюю. То есть прям там в конец, да? У тебя что ли уничтожить? Я тут просто взрывчатки вот на всех их точно не хватит. Установить таймер на 30 секунд. Все? Давай. Отсчет пошел. Я не знаю, какой-то результат сейчас заимеет. Ну, с заданием мы справились. Квест досчитала. Оно ведь засчиталось? Он хочет, чтобы я все снес машины БТР. Это мне сколько взрывчатки надо, блин? 1, 2, 3. 3 взрывчатки еще надо. Ебать, ебать. Ну да, та считается уже уничтоженной. Слушай, а что если я просто гранатой, может, тебя закину? Какую кнопку гранату вообще? Вот так вот. Да? Ну это типа это маломощное, но дамаг особо не наносит. Да, надо, короче, взрывчатку лутать где-то. Ладно, хоть от перевеса избавились. Мне, короче, еще 3 взрывчатки надо искать. У вас там жмухов нету, ничего такого подобного. Вот, так, давайте вот это я еще заберу себе нашивочку. Ребят, мне срочно нужна взрывчатка, чтобы взорвать ваши же БТР. Что-то я не поверю, что у вас военных нету ее. Мясо у них есть, патроны есть. Вот это, чиниться. Так, костюмы сейчас я же больше не восстановлю, не? Так. 83. Ты у нас со скольки? От 70. Давай, подойдешь. Да давай, военных же нашивку я использую. Еще? 89, блин. На 90 комплект нельзя использовать. А у меня больше и нету. Короче, прям не жалко было бы. Вот так вот. Ну слушайте, ну дайте взрывчатку, блин. Ваши же квесты повыполнять. Рашоки лежат, патроны. Ну давай наверх скажу. Здесь тоже, наверное, ничего нету. Да, придется искать патроны другим способом. Че, по килограммам? По килограммам у меня еще есть полно веса. Винтарь там, по-моему, почти целый был. Можно попробовать продать его.
Да, давай сейчас наберусь вот так, пойду сейчас заявлю новичков, там попродаю, короче. И это первый вылет. Нифига себе. Короче, с какой-то непонятной хрени, я не знаю, игра вылетела, я думаю, все видели. Сейчас давай, короче, тех жбуков слева я отберу еще. Господи, я уже испугался, что у меня инвентарь пустой. Давай опять музычку потише я сделаю. Короче, да, все, этих жмуков слева отбираю. И двигаю отсюда нафиг. Подожди, а че у меня перевес такой прям? Я ж вроде там избавлялся. А, чего я там избавлялся? От гранат лишних пару штук вытянул. Давай еще с вас отберу, блин, несчастные вы наши. Я пистолет свой отдавай. Че у вас там с калашами? Калаш в хреновом состоянии, давай. Забери его обратно, короче. Вот это забирай обратно. Непригодные патроны забирай. Вот что у тебя там было? Ну, у тебя калашников такой же. Ну, кстати, твой калашников в лучшем состоянии. Я его допру, наверное, до базы и попробую раздобыть где-нибудь еще взрывчатку. Я вот сохранился и все. Жмухов у этих нету, блин, взрывчатки. Я просто не могу выполнить свою квест. Мне нужно еще 3 взрывчатки где-то найти. Продать все лишнее и взрывчатку, короче. Садись в глушитель. Вот так давай. Разрядить. Патронов непригодных нету? Нету. Пофиг, пока с калашом побегаю. А, давай сейф. Викторов, короче, опять по мне стрелять не хочет. Просто не видит меня, не хочет замечать. Ну, короче, немного поломанная модификация, походу. Он там с аномалиями не видит иногда их, ну, артефактов в аномалии. Что-то противники иногда и начинают тупить. Где он там летает? Вот он там. Котейка. И что, мне врасплох застать? Что по медицине у меня там, кстати? Ну, хватает у меня еще медицины. Раз хватает, значит хорошо. Все, давай, погнали. Ох, эти, ох уж эти перевесы. Извиняюсь. Блин, реально сейчас все это попродаю. Калашников даже не знаю. Ну, патронов затарится на скаг и все будет хорошо. Мне, в принципе, калашников особо-то и не нужен. Просто что на него патронов можно почаще понаходить. Интересно, сколько, кстати, за военных мне должны дать? Мужики, взрывчатка нужна пипец как. Еще донести бы все это до Сидоровича, а? Давай. Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Надо ему, походу, еще этих там сеток за подъемность понабрать. Вроде дошло все необходимое, знаешь, а все равно килограммов не хватает что-то. Принес. На, забирай вот это вот все добро.
Вот это вот забирай. Патроны ненужные мне забирай, да? Так. У меня ж какой? У меня ж на 51 калибр. И на 45. Мне казалось, что у меня винтовка сразу на 7.62-51, блин, калибром стреляет. На другая, наверное, версия. Это обычно натовский патрон. Давай вот эти вот части мутантов, магнитолы вот забирай. Вот это вот забери, пожалуйста. Все, деньги есть. Деньги снова есть. Ну вот чего нету, блин, так это взрывных веществ у меня нету, блин. Не, слушай, вот у него продается. 1, 2. Ну мне, по-моему, 3 надо было, да? Ну давай так. Ну все, по идее, теперь можно выполнить задание. У нас такого прям жесткого перевеса сейчас нету. Ты бы еще консервный... Подожди, слышь, Сидорович, у тебя патроны есть в моей надписи? Да, есть. Вот так вот. ЕРП. Давай, все, хозяйство сгодится. Если там может еще добра натягаю всякого. А, сетку, слышь, сетку у тебя есть? Для приносимого веса. Да, ты мне только сетку дай смотреть. А сетки у тебя никакой нету для приносимого веса, да? Жалко. Ничего не поделаешь. Ну, благо, что взрывчатка еще не так уж и много стоит. Слушаю тебя. Перевеса нету у нас уже. Но все равно запыхивается. Перекуси давай, может, немного. Вот так. Чтоб энергии побольше было. Так, военные, вы же там не зареспавнились, нет? Что, по боеприпасам? Давай вот эти пока заряжу. Ай, блин, мне же еще костюмы еще надо было починить по-хорошему. 79. Ну да. Поистрепался немного костюмчик. Короче, знаете как, давайте я вот задней машины заложу, попробую взрывчатку как-нибудь, типа фиг знает, может достанет. Давай вот так вот, я ж подбросила там. Вот так. И вот так. И текать отсюда. Ну чё, давай, фаер. Красава, да? Ну все, все машины выведены из строя. Чё по заданию? Чё, задания здесь больше нету у меня.
приказанного страйкера. Это мне кому? Это мне в бар надо идти, да? Серьезно, мне прям типа тут прям всех военных что ли выносить надо? А, нет, это Лукаш у меня просил, это свободовец. Я уже думал, там что-то на базе свободы надо уничтожать. Ну посмотрим, сколько он нам денег за это даст. Давай, вот это вот все соберу с тебя. То, что первый раз не унес. Вот это вот мне надо. Так, давай, тебе клея, костюм. А вот так отремонтировать. Сколько там процентов сейчас? 90 есть? 86. Вот от 85. Вот так. Или негатов на шифту. Сколько теперь у меня? 95. Ты у нас от скольки? От 90. Ладно, давай уже починю. Нашивка военных. Все. Зашибок. Ну, с тебя даже спутать нечего. У нас бич. У нас тоже бич. Давай свой ВСС вал. Че по килограммам? Килограммы еще есть. А у вас, господа, я все спутал, да, уже? Ну, давай патроны свои, вот эту вот всю фигню. Калашников тоже может купить. Нормально? Нормально. Перевеса критического нету. И, короче, пофиг. Давайте на этом серию закончим. Мы военную базу вынесли. Достаточно лихо и бодро вынесли, я бы сказал. Ну все. А с вами был Зазепа. Всем пока. До встречи в следующей серии.